Так, дальше у нас Hyundai Accent с пробегом. Вот адрес, контакты. Выгодное предложение. 7 790 000. Hyundai Accent, 18 год, 1.6, бензин, 90 год. А, 90 тысяч. Так, автомат, передний привод, контакты. Hyundai Accent. Вот салон. Так, дальше у нас получается Hyundai Accent. Один и шесть, 7 890 000, 18 год, 1.6, 86 000 пробег, автомат, передний привод, контакты он есть. Находится в Астане салон на левом берегу, Туран 73. Так, дальше у нас Hyundai i30. Вот контакты. Вот салон. Так, получается 6 690 000, 14 год, 131 000 пробег, автомат, передний привод. Камри. Жит продаж. Цена 11 390 000, 2015 год. 2.5, бензин, 139 000 пробег, автомат, передний привод. Кожаный салон. Дальше у нас здесь есть Kia Rio, цена у него 11 миллионов, тоже с пробегом. Вот контакты, Kia Rio, цена у него 11 090 000, 21 год, 1.6, 42 километра пробег. Автомат, передний привод. Контакты есть, звоните. Полная комплектация. Бесключевой доступ. Кнопка старт-стоп. Вот кнопка бесключевого доступа. Парктроники передние, задние. В общем, комплектация полная у него. Задняя камера получается.
новая. Mitsubishi, так, Mitsubishi Pajero белая. Так, комплектация. Примерно сюда вложение я для своего продукта. По деньгам. Если до ума надо. Араб. Арабская сборка. Так, 10 490 000, 2010 год, 3,5. Пробег 230 тысяч. Автомат, полный привод. Дальше у нас Lexus RX 330. RX 330. Так, цена у него 7 590 000, 2004 год, 3,3, бензин, 168 тысяч миль пробег, автомат, полный привод. Люк есть, получается. Дальше у нас тоже RX 350 рядом стоит. Бордового цвета. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддерживайте канал, оставляйте комментарии, какой салон нужно снять, какие машины вас интересуют, пишите в комментариях, прогнозируйте цены, что скажете по ценам, насколько еще будет подорожание, как вы думаете, до весны насколько цена поднимется. Так, цена здесь 9 590 000, 2007 год, 3,5, бензин, 206 тысяч, пробег, автомат, полный привод. Так, и последняя машина у нас Honda. Honda CR-V. Цена 4 190 000, 97 год, 2 объем, 400 тысяч пробег, автомат, полный привод. CR-V. Фаркоп есть. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будьте активными на канале. Пишите
пишите ваши предпочтения, какие машины снять, какие автосалоны. И ваш комментарий конкретно по ценам. Насколько еще цены поднимутся.